Дагестан получил государственный оборонный заказ на 4 миллиарда 9 миллионов рублей. Дополнительные средства выделены Каспийскому заводу «Дагдизель» и концерну «КЭМС» в Кизляре. Министр промышленности и торговли Дагестана Батыр Имеев сообщил, что промышленность республики за 6 месяцев текущего года продемонстрировала стабильный рост. Этого сумели добиться за счет производства продукции широкого гражданского назначения. Более того, благодаря этому в данной сфере создано более 600 рабочих мест.